В Якутии насчитывается почти 3000 некоммерческих общественных организаций. Их направление работы обширно, от педагогики до клубов по интересам. И правительство региона активно с ними сотрудничает. Однако во всей стране у таких организаций одна общая беда – недостаточная компетентность в различных аспектах деятельности. Подробности далее. НКО, призванные решать социальные задачи, которые в то же время стоят перед государственными структурами, должны по логике получать большую государственную поддержку. Но при этом существующее положение далеко от радужного. Другая беда в том, что республиканские социально ориентированные НКО практически не участвуют в федеральных конкурсах для получения грантов и субсидий. Это также является причиной слабости НКО в решении вопросов регистрации организации и подготовки отчетности в соответствии с законодательством. Каковы бы ни были мотивы, пусть самые благостные, закон для всех един. Безусловно, в сфере НКО, как бы, да, как и в любой сфере, есть свои проблемы и задачи. Во-первых, это сложности с регистрацией общественной организации. Во-вторых, это отсутствие грамотных специалистов, которые могут написать хорошие проекты. Социально ориентированные некоммерческие организации остро нуждаются в имущественной, финансовой, информационной, консультативной, образовательной поддержке. Одним из инструментов поддержки общественников является ресурсный центр НКО Целевого фонда будущих поколений, который работает с июня в новом здании профсоюза. И открытие ресурсного центра и общественного центра в нашей республике, это, безусловно, является передовым опытом. Таких ресурсных центров по регионам России очень мало, буквально в 10 регионах только такие существуют. И в нашем ресурсном центре каждый человек может получить бесплатную консультацию. Все консультации социально ориентированным некоммерческим организациям, а также предоставление помещений для семинаров, тренингов, вебинаров на бесплатной основе.